Раз, два, три. Здравствуйте, дорогие друзья. Если вы видите данные на экране, то мы играем в Wolfenstein и уже должны пройти. Так что всем приятного просмотра. Не забывайте про репосты, про лайки. А мы погнали. Надирать всем задницы, короче. Так. Где? Замок Вольфенштейн. Мы должны найти Каролину. Молодец! Прикройте меня! Вперед, вперед! Айзенхаус. Я уже давно играл. Молодец! Меня зажали! Зажали? Благо, что не заржали, когда зажали. Что за херня? А, там прорыв. Сообщите командующему! Блин. Я еще не туда пошел. О. Где? Вперед! Мы должны найти Каролину! Че за херня? Откуда? Подойди-ка. А мы что, по-твоему, делаем? Даже кто там так жестко поливает? Ничего не пойму. Атаку! Кто там? Вперед! Мы должны найти Каролину! Прикройте меня! Пошли, пошли, пошли! Да идем, не ори ты, блин. Далеко. А. Ну, погнали. Вперед! Найдите Каролину! Да, как я давно скучал по этому хотению убивать фрицев на Найн. Мы это... должны найти Каролину! Воу-воу-воу-воу-воу, парень, полегче. Все? Так, подожди, а где эта хрень? Мешающая мне. Всем рассыпаться! Куда рассыпаться? Не хочу я никуда рассыпаться. Где чё, конструктор Лего рассыпаться? Где, а где эта херня? Тут блокатор стоит. А где блокатор? Я не вижу, где этот блокатор. А где он? Подожди-ка. Вперед! Найдите Каролину! Ага. То есть, по факту, он где-то здесь, да, блокатор? Как его уничтожить? Ля, эта хрень ее не берет.
Всем рассыпаться! Подожди-ка, а как? Вопрос действительно как? А где прячется эта хрень? Мы должны найти Каролину! Вперед! Надо спасти Каролину! Твою мать! Далеко. Она здесь была. А каким образом, да? А! Понятно. Тогда понятно. Так. И ворота надо открыть или что? Или нет? Капец, 6 минут и ничего не произошло. Я манал. Что за фигня? У него лучик. Так. Тачтейн, да. Пулемета. Постреляем, ребята. Да. Так, ничего. Кто под обстрелом? Каролина. Да? Как ты узнал? По моим шагам. Ага. Ой. Так. И что нам тут делать ниже? А, что у нас тут очередное что? Так, подожди, а как вниз спуститься? Да я-то не прячусь, просто... Опля. И что это за... это. Хорошая штучка-дрючка. Так, пойду. Ладно. Три. Ты кто? Так, а куда дальше-то? Молодец. Скорее, Каролина где-то здесь. Ну, наверное, тут. В какой-то цитадели, да? Угу. Так. Куда нам по лифту, типа, да? Ой, этим за здоровье.
зрителей моих. Так. И... Что за херня? Там что? Она сломалась. Бывает, что? В принципе. Мы будем держать оборону, Биджей. Спаси Каролину. Окей. Я только что слышал голос Каролины. Она совсем рядом. Да ты... Не двигайся, а то больно будет. Ты, сволочь, убери свои лапы. Ты, сволочь, убери свои... Что это такое? И... Так, подожди, а как нам... Так. Это было а-ля замедление принца Персии, да? Охрана! Охрана! Янки у меня за спиной! Убейте его! Дон-дон-дон. О! Прикольная штука, однако, да? Оу. Кто там? Кто еще? Что за? Так. Подтяжку. Летящей походкой. Расщепился фриц. Да? Да ладно. Так. Я веду пленницу на крышу. Не пропускайте диверсанта. Назад! Биджей! Я здесь! Пошли, пошли, пошли! Он приближается! Вперед! Стреляйте в него! Отпусти! Куда пошли? Никуда вы не пойдете. Я в ловушке. Воу. Бан Ливен? Бан Ливен факен флай, да? Так, ну уже практически нет смысла что-то собирать. Знаю, что... Воу. Воу. Нифига себе, да ты еще живой. Пошли, пошли. Воу. Темно, ни хрена ничего не видно. Ага. И все? Так они вообще какие-то сосунки слабаки. А, подожди. Ого. Какие тут умные дяди бегали. Так. It's my life. Куда? А он куда топать-то? Нам сюда топать или куда? Это что такое? А, батарея. Ману. Что это такое? Библиотека? Что это за херня?
Кого я вижу? Так, а вы один или вас? Пока. А вы один были или вас? Я надеюсь, вы были 2-3. Сколько вас было? Что это такое? Такая музычка бодрячая. Статуя. Книги. Книги — это топчик. Так, подожди. А куда нам дальше-то? Сюда? Ого. Тум-тум-тум-тум-тум. Чё за фигня? Оу! Так. Ой. Чуть своего. Так, только меня не кидайте, пожалуйста. О. А я что стараюсь делать? Я вперед иду к вашей Каролине. Ага. Так. А дальше куда? Ага. То есть, скорее всего, если нам дают столько приколюх, значит, будет какая-то движуха, да? Движуха. Окей. Движуха, так движуха. Тоттенкопф. Агент Блажкович. Когда мне сообщили, что вы в городе, я даже удивился, как мне везет. Наконец-то я смогу отомстить. Не забывай, пушка у меня. Выключай эту штуку. Не пытайтесь мной командовать. Оружие на пол, агент Блажкович. Нет, Биджей, нет! Именно поэтому Третий Рейх победит, Блажкович. Мы ставим на карту все ради победы. Многим казалось, что это устройство уничтожит преграды между нашим миром и Черным Солнцем. Мы продолжали работу, и теперь в наших руках неисчерпаемый источник энергии. С его помощью победоносная армия Рейха покорит весь мир. А, он мне опротивил до невозможности, Ганс. Стреляй! Биджей, беги! Ай, ай! Текс. Ну чё, суки, постреляем? Ну и где-то?
Да когда тут медленно пулемет крутится? Ага. Найди другую пушку, колотушку. Окей. Давай. Где она? Больно тебе, сука? Ну. Оу. Мои глаза, мое богатство. Мои глаза, мое время. Ну, да ё-моё. Сколько валить вас надо, а? Понятно. Валим. В смысле копаны? Куда ты? Подожди, а где последний этот? А, вот он. Ну. Ничего. Покеда. А, у нас типа должно засосунуть, да? Типа мы должны сваливать уже с замка, да? Был замок Вольфенштейн. Чё за херня? Твою мать! Отвали! Отвали, говорю! Твою мать! Я прям что, должен убежать, что ли? Или что? Свали! Свали! Да ну нафиг! Ладно, валим. А куда? Ой, покедова. Еще раз надо, что ли, или что? Или это уже все? Ребрышки остались. Вкусные какие-то ребрышки. Ну да ладно. Нам не до чикен-чикен, да? Так, ладненько. Это что такое? Ладно.
Я принял участие в нападении на замок с целью освобождения Каролины Беккер, предводительницы кружка Крейсау. К сожалению, она погибла. Ее пристрелил Вильгельм Штраус по прозвищу Тоттенкопф, присланный на смену Цетти. Я уже имел дело с ним, когда ликвидировал его программу создания суперсолдат. С приходом Тоттенкопфа эксперименты с Черным Солнцем могут зайти слишком далеко. Я должен остановить его, пока он не создал действительно сверхмощное оружие. Ну, мы так и сделаем. Такс. Возвращение в деловой район. Мы целый день устанавливали эти штуки по городу. Зачем, интересно? Не знаю. Да и знать не хочу. Есть! Вышки готовы! Готовься! Готово? Так точно. Все вышки готовы. Так держать. Шагом марш на базу. Биджей, нацисты только что включили радиобашню. Мы должны избавиться от нее. Прикрывай меня, пока я перегружу это оборудование. Как только я начну, нацисты полезут наружу, поэтому будь наготове. Да. Я еще не закончил. Какого хрена вас тут так до хрена, а? Твою, едва пронесло. Так, подожди-то. Я так понимаю, что с той стороны я уже не смогу ничего сделать, да? Да, мне что-то не помог кто-то. Я почти закончил, продолжай прикрывать меня. Ляев сколько, капец. Жесть просто. Думаю, что так. Продолжай сдерживать их. Подожди, уже почти все. Еще чуть-чуть. Блин, капец, знаешь, как такие дополнительные задания делать, чтобы это... Не понял, подожди. Знаешь, как это делается, и сможешь самостоятельно открывать другие радиобашни.
Есть тут одна, которая может тебя заинтересовать. Больше, чем это. Находится наверху радиостанции, к юго-западу от... Чего? Кто-то там стреляет, я не понял. Две башни уничтожить, серьезно? Ё-моё. Так, а где башня одна и где вторая? Подожди-ка. Так, стоп. Так, стоп, пышечки. О, это аж на запад район, а это задание, где побочка. Так, уничтожьте вышку, поговорите с Эриком Ингле в деловом районе. А это где? Тоже? А, поблизости, да? Ага. Золотой рассвет. А лавка кружка, это, короче, в другом немножко моменте, да? Ладно. Попробуем тогда найти их. Тут уже все так расхерачили жестко. Очень жестко расхерачили. Так. Это явка. А, стоп, подожди, возле явки что-то, подожди-ка. Я так понимаю, это внизу, да? Чего-то. Или нет, подожди. Или это вниз нам надо топать. Сейчас глянем. Так. Одна, походу, штука тут. По-моему. Слева. А, вот она, сука. Так, улыбка. Валим. Все. Нету вашей вышки. Была вышка.
И нету больше вашей вышки, ребята. Ага, вот и явка, да? Кто там палит? Так. У нас осталось старая радиостанция. На явке кружка. Оно это оно. Некогда болтать. Это понятно. Подожди, а. А, нет, а где? Подожди. Исторический центр. Я пропустил? Красава вообще не тут, да? Блин. Я не туда попёр. Вот же чёрт. Бывает. Так, подойдем наверх. А это Крысао? Нет, это не Крысао, но это обход туда, да? В смысле нельзя? Они закрылись за собой, бляха-муха. Ладно. Так. Так. Так, подожди, а тогда куда нам? Куда-то вперед? Ну хорошо. Стоп, а где этот крыса? Он где-то же здесь должен быть, да? Это лавка. Подожди, здесь, по-моему. Стоп. Так, стоп. Так, где они попрятались? Ой, блин, опять упал. Стоп, я не внизу. Прошу, не вини себя за смерть Каролины, Биджей. И чё? И всё? Знаете, чего вы добились, разрушив радиобашню нацистов, герр Блажкович? Вы сделали врага глухим и слепым. Это помешает им действовать быстро. Герр Блажкович, рад вас видеть. Думаю, Эрик отправился на конспиративную квартиру Золотого Рассвета, чтобы встретиться с вами. У него есть для вас важные сведения. Майн Гот, на нас напали! Слушай, я должен оставаться на связи. Отлично, пошли! Перебирайся отсюда и останови наступление нацистов! Пошлись! Убьют. Всем в атаку! Удачи, Биджей! Отряд, пошли! Меня пожали! Я пойду стрелом! Прикройте меня! Молодец! Отряд отходит!
Прикройте меня! Хороший выстрел! Обеспечьте огневое прикрытие! Хороший выстрел! Продолжать стрельбу! Так, подожди, а какие у нас задания? Отправляйтесь на радиостанцию, помогите Гансу защитить явку от нападения и уничтожьте остальные. А где база явки? Стоп. У него лучевое оружие! Все. И... Ну и все. Так. Поговорите. А где этот хрен? Подожди-ка. Или я не с тем хреном говорю? Ты справился, Биджей. Ты остановил наступление нацистов. Ну а дальше? Чё? Нацисты отступают. Зачем? Мы же были у них в руках. Это очень странно. И всё? Ну ладно. Найдите Эрика. В деловом центре района. В деловом центре. А где этот деловой центр? Подожди-ка. Я же в этих... локациях запутался нафиг. В смысле ниже. И... кто тебя убьет? Что за фигня? Не понял. Смерть, мисс Беккер, тяжелый удар для нас. Так, подожди-ка, а куда мы пришли-то? Что это у нас? Биджей, Тоттенкопф жаждет отомстить за наше нападение. Он перебросил войска к Цепелину. Мы недавно обнаружили волну энергии теней, которые исходят от Цепелина. Мы считаем, они готовятся выстрелить из оружия на энергии Черного Солнца. Итак, ты должен пробраться на Цепелин и остановить Тоттенкопф. Мы сможем провести тебя на аэродром, но остаток пути тебе придется проделать самому. Есть еще кое-что. Пропал доктор Александров. Возможно, он пытается самостоятельно обезвредить оружие. Мы уже потеряли одного командира, поэтому если увидишь Александрова, спаси его. Зашибись. Еще какого-то чудика должны спасти. Аэродром. Знаете, что один из братьев с Черного рынка был найден мертвым в сточной канаве? Кто? Младший. Антон. Этого... Не повезло Антошке так. Берегите себя. Тоттенкопф. А, ну да, это не эти, короче, подожди-ка. А куда нам вообще топать? Аэродром рано. А, аэродром это финал, короче, да? Понятно, мы в принципе приближаемся к финалу, да? Так, подожди-ка, а как нам? Ну, то есть нам не по туннелям нужно продвигаться, да? Ну, давай. Закрепляется.
Закрепляются они. Так, подожди, а куда тогда топать реально? Налево? В смысле налево? Там что, есть проход, что ли? Точнее, где? Стоп. А, проход, наверное, здесь. Нет, тут реально запутаться нужно в этих хабарах. Так, подожди, ну, а дальше? Куча бочек. Так, а дальше куда? Направо, что ли? Последняя возможность закупиться. И чё? И кто следующий? Был фашист и нет фашиста. В смысле ниже. Это. Знаешь, Блажкович, для американца ты парень хоть куда. Ага, спасибо. Нужны так. Припасы? Ну, смотря что можно тут купить. Замедление, что там? Помра. Еще что-то надо это прокачивать, да? Ладно. Так, подожди-ка. Покупаем, прокачиваем. И вроде бы все, да? Так. Значит, как-то не все мы прокачали, ну да ладно. Так. Радиостанция. Вышка. Уничтожит башню. Значит, получается радиостанция, а потом аэродром останется, да? Ладно. Еще одна вышка осталась где-то. Твою мать. Где эта вышка последняя? Непонятно, блин. Чего? Что? Где она? С какой стороны-то хоть? Задней? Бля, в натуре с одной стороны. Так, подожди, а сзади это значит направо куда-то вниз топать? Подожди. Ты куда топать получается? Сюда вниз? Походу, что да. Капец с этими сраными, да твою ж мать, лабиринтами. Ну. Так, сюда походу.
что ты? Серьезно? Гутен так, Биджей. Я помогу тебе пробраться на аэродром. Подожди, какой нахер аэродром? Мне деловой район нужен. Уничтожьте вышку. В деловом центре города. Ну где это последняя? Куда топать-то? Подожди, а кто палит? Ага, понятно. Против нас танк нахер, да? Зашибись. Так, подожди-ка. Ага, вот она эта сука, да? Очень близко была, мразь. Так. Ну, по крайней мере, хорошо, что она... Че за херня? Ой. Так, подожди-ка. Сейчас мы его уничтожим нахер. Подожди. Подожди, а как эту херню брать? Подожди, а где эта хрень? Окей. Вроде должны успеть. Валим. Отлично. Так, второстепенное задание выполнено. Окей. Такс. У нас осталось проникните аэродром, подберитесь к Цепелину. Это финал. Ага, радиостанция близко, значит, да? Так. Доклад об успехе. Так, с радиостанция. Так, аэродром, проткнитесь и подберите Цепелину. Это уже финал. Значит, радиостанция. Текс. Стоп, вниз, что ли? Америка. Ну да, походу. Последняя радиостанция. Маяк. Так. Ну что? Так, подожди-ка. Ага. Короче, народ. Мы приступим отсюда. Вот отсюда, прямо отсюда. Может быть, финал или ближе к финалочке. Вот. А всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили. Всем до новых встреч. Не забывайте про лайки, про репосты, дорогие друзья. Мы, в принципе, уже почти заканчиваем Вольфенштейн 9-го года. Вот. Мы уже практически уничтожаем планы нацистов в Вольфенштейне. Так что спасибо, что смотрели. Мы стараемся, проходим, показываем много чего интересного. А всем до скорого, всем удачи, всем всего хорошего, всем добра, пока-пока.